Что? Вивисекция. Нет, не знаю. А к опытам над животными как относитесь? К опытам над животными отрицательно я отношусь. Как вы думаете, это необходимая процедура или можно без этого как-то обойтись? Конечно, можно без этого обойтись. Животных такие же, как и мы, их жалко. А как относитесь к опытам над животными? Не одобряю, если честно. А как вы думаете, это вообще необходимо там вот, в производстве или можно без этого обойтись? Ну, можно и без этого, мне кажется. А как относитесь к опытам над животными? Плохо. Как вы думаете, это необходимо или можно без этого обойтись? Нельзя. Это необходимо. А на ком испытывать? На людях? Лекарства, допустим. Как говорится, ну, зло, которое должно быть, по идее. Без этого никак, никуда. А как относитесь к опытам над животными? Ну, в общем-то, негативно. Смотря какие опыты, конечно. Но, какие, ну, тесты, например, да, там? Возможно, какие-то там тесты косметики, например, какие-то, которые не приводят к смерти животных, а, возможно, вычисление каких-то аллергических реакций. Тогда, в принципе, да, что не вредит здоровью, можно восстановить животное. Если это приводит к смерти, мучительным каким-то действиям, то, конечно, отрицательно. Что? Вивисекция. Нет. А как относитесь к опытам над животными? Плохо. Как вы думаете, это необходимая процедура или можно и без этого обойтись? Можно и думаю, как-то и без этого обойтись. Как, не знаю. Знаете, что такое вивисекция? Не поняла. Вивисекция. Нет. А как относитесь к опытам над животными? Вообще отрицательно. Как вы думаете, можно без этого обойтись? Я думаю, можно. А как заменить? Никак заменить. Просто надо более сознательно подходить к тем препаратам, которые исследуют. Что такое вивисекция? Ну да, посмотрите. А как относитесь к опытам над животными? А вивисекция, все, я опыт над животным вспомнил, да. Ну, вообще не очень отношусь. Как вы думаете, можно без этого обойтись в производстве? Думаю, надо стараться обходиться без этого. Что такое вивисекция? Нет, не знаю. А как относитесь к опытам над животными? Отвратительно, отрицательно. Понимаете, это самое. Конечно, над собаками это, я считаю, что кощунство. Вот. А все равно надо же как-то науку двигать вперед. Что-то же над чем-то. Над человеком же не будешь эксперименты проводить. Значит, на лягушках там. Как относитесь к опытам над животными? О, плохо. Как вы думаете, можно без этого обойтись в производстве и чем? Как без этого обойтись? Я думаю, что без этого вполне можно обойтись. Просто изначально гораздо лучше тестировать продукты, которые производятся, и не издеваться над бедными несчастными животными. А как относитесь к опытам над животными? Не. Негативно? К опытам отрицательно отношусь. Это что такое вивисекция? Нет, не знаю. Как относитесь к опытам над животными? Негативно. Как вы думаете, можно без этого обойтись? Нет. С медицинской точки зрения, может быть, там какие-то вирусы, да, там можно было исследовать и так далее. Поэтому, и, скорее всего, если не проводить опыты, то мало что будет известно ученым. Знаете, что такое вивисекция? Нет. А как к опытам над животными относитесь? Ну, плохо вообще. Но без этого никак все равно. Что такое вивисекция? Нет. А как относитесь к опытам над животными? Возможно, если это в каких-то, ну, целях, которые помогут человечеству, это, может быть, имеет право на существование. То же самое, как памятник лягушки во Франции. Опыты над лягушками помогли человечеству очень во многом.